изучи, кто это, Игорь вообще. В интернете я тоже телефон нашел. Ну, как оказалось, я из сотой части этого всего, когда вот здесь реально многих для меня вещи, как откровение было. Многие вещи я, например, действительно, оказывается, упустил. Просто я и не знал о существовании таких вещей. Спасибо. Ну, я, во-первых, действительно тоже очень рада, что я попала на тренинг. Вообще, на самом деле, такая предыстория еще была где-то, наверное, может быть, года 3 назад мне мама говорила: давай или сходили к психологу, или на какой-то тренинг тебе нужно. Я чувствую, что тебе, ну, как мать любая, да, чувствую, своего ребенка чувствует, тебе нужно. У меня вроде все хорошо было, но что-то не то. И она говорит: сходили к психологу, запишись. Я даже была пару раз записывалась, но не шла, не ходила. То есть не конкретно к вам, а к психологу. И тут, получается, может быть, уже пришло время, да, пришел свой час. Мы по телевизору сидели вот так вот в субботнее время. По КТК увидели телепередачу. Там как раз таки вот было. Вот, и мне мама почему-то так настояла, хотя до этого столько тоже разных передач, и постоянно она вот именно средства массовой информации, она очень любит это, смотрит. И она говорит: сходи. Прям вот она настояла, можно сказать. И я почувствовала сама, что да, мне нужно сходить. И я вот записалась, я нисколечки, ни капельки вообще не жалею. Вчера пришла с такими эмоциями домой: давай маме все рассказывать, хочу тоже маму записать, пусть она тоже придет. Вот, и я рада, что я познакомилась с новыми людьми, мне все понравились, все на самом деле. Я даже чувствую, что все энергетически друг другу подходят, потому что не было какого-то там раздражителя или еще чего-то. Очень рада, новые знакомства, интересные люди. Всем спасибо за поддержку. Как одна семья, это очень здорово, вообще очень хорошо. И вам спасибо, Игорь, огромное спасибо. Вы на самом деле для меня вчера вот прям именно уже вчера, уже как глаза у меня открылись, намного уже другими вещами, другими глазами, вернее, смотрела на многие вещи. Спасибо большое. Кто еще хочет сказать? Нет, хочу. Благодарю.